Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня произойдет нечто просто нереальное, потому что вы все ждете обновления 0.19.0. А что, если я вам скажу то, что его уже можно купить на Авито? Да-да-да, вам не послышалось, кто-то продает обновление 0.19.0 на Авито. Ясен пень, скорее всего, это обман, но на всякий случай мы проверим и посмотрим, что же находится внутри этого обновления. Поэтому прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, поехали! Ну что ж, а теперь касаемо самого объявления. Объявление я показывать не буду по всем понятным причинам, но я вам расскажу, что и как. Во-первых, на заставочке этого объявления стоят скриншоты из трейлера. Во-вторых, объявление написано с грамматическими ошибками. И в-третьих, цена обновления, знаете сколько? 1000 рублей. Я готов их потратить ради контента. Так что, ребята, присаживайтесь поудобнее. Лайкусик, подписочка, полетелечки, бабони. 5 minutes later. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Что надо было? Не, это вы продавец обновления 0.19.0? Конечно, я. А откуда оно у вас, расскажите? Так я разработчик. И чего, можно вас купить за 1000 рублей всего лишь, да? По дешевочке. Да, да, за 1000 рублей. А чего вы решили вообще так продать? Ну, обновление, если не секрет, это же вроде бы запрещено. Ну, там деньги нужны, надо кое-что купить, планы свои, ну тебе это ну понятно, понятно. Слушай, а вы как-то можете пруфануть то, что вы разработчик? Ну, сами понимаете, много аферистов в наше время. Вы же не такой, надеюсь, как-то пруфануть можно. Пруфануть? Давай, пиши консольную команду. Как эта команда называется? Блин, стой, погоди. Пиши Rival Case. Просто написать Rival Case, и все, правильно? Да. Так. И вот теперь покупай Rival Case, покупай, и тебе упадает нож. Все, понял. Сколько штук покупать? Покупай 5 штук. Да, покупай. Все, я купил. Буст, ну что-то делать или как? Ну как, рассказывайте. То есть я жду Аркану, правильно? Два. Вы помещали Аркану. Да. Хорошо. Бусти 2 раза на Юмбист. Так, раз, два, и открывать, да? Да, да, открывай. Поехали, все, открываем, смотрим, что же мне выпадает. Почти легендарка! Ну, это непоганенько. Ну, да. Так, давайте дальше. Так, теперь на что пусть сделаем? Я же жду Аркана, вы помните. Мы с вами договорились на Арканочку. Так. Бусти два раза на флорал. Так. И 2 раза на дигл. Понял, раз... 2, все, открываем. Давай. Поехали. Без проблем. И нам... Я говорю. Реально раздрал. Это что было? Я такое впервые в жизни вижу. Это вы реально раздрал? Серьезно? Да, я раздрал. Хорошо, я переведу вам прям сейчас 1000 рублей, это не проблема. Это как? Я написал просто 2 слова, Rival Кейсичек, и мне реально выпал аркан, вы серьезно сейчас? Так, хорошо. Ну, да. Пишите башки. Смотри дискорд и переводи бабки, а то забаню. Понял, хорошо, без проблем, сейчас переведу. Так, это Киви. 5 minutes later. Так, ну что, я вам деньги перевел, все тогда, я жду. Какое обновление? Это только за нож. Ты должен меня выиграть в дуэли. Это только была предоплата. О, где-то я уже это слышал. Хорошо, то есть я вас приглашу в лобби, мы собираем дуэлечку, я побеждаю, и вы мне сливаете обновление, правильно? Да. Все, понял. Так, ну что, я зашел, вы тоже зашли, да? Да, я зашел. То есть я вас сейчас побеждаю, ой, или вы меня побеждаете, да? Если я вас побеждаю, вы мне даете обновление 0.19.0, я правильно? Да, что хочешь. Подождите, вот я, не понял. Да. А где это ваши скины? Вы же разработчик. Ну да я попал в прокачку Квели, он у меня все скины украл. То есть вот так вот попали в прокачку Квели, да? Он нас прокачал 4.0 скинов, да? Подождите, да. А зачем прокачки подать? Вы же разработчик. Тебе какое дело? Все, понял. Это не мое дело. Ладно, все, полетели. Давайте, дуэлечки на себе обновление. Слушайте, такой вопросик. Касаемо обновления, да? А что интересно будет в этом обновлении? Можете рассказать? Новая карта будет? Новой карты не будет. Там будет танки, все вот это. А летать можно будет в обновлении? Да, можно. Конечно, можно. Вот это обновление то, что люблю. Но давайте честно, вы реально разработчик, чтобы я понимал, да? Да, видишь, у меня даже ник такой. Я? А какой у вас ник? Подожди, у вас ник? А, я разработчик. Если ник такой, то я думаю, все. Ну, я думаю, никто уже не сомневается в том, что вы по-настоящему разработчик. Смотрите, а еще такой вопросик к вам конкретненько, если не секрет. А разработчикам будет тяжело? Ой. Разработчикам, конечно, будет тяжело. Ты знаешь, сколько там файлов?
Сколько тебе, файлов? Штук 5? Нет, дофига. Тебе не разобраться в этом. Понял. Не, ну понятно. Я-то кто? Я-то пыль, перхоть, да? А вы-то разработчик. Слушай, а сколько молитв, если не секретик? Тебе это не надо. Тебе, наверное, 0. А мне вообще, не знаю, мне 1000. Так, ну что, смотрите, счет 1-0, вы что-то проигрываете, понимаете, да? Что обновление придется скинуть. Понимаете? Да, понимаю. Но если я выиграю, то ты мне что? Я вам что? Ну а что вы хотите? Мы терпеть долг. Ну ты тупой, что ты делаешь? Лучше бы я тебя убил. Подождите, а что вы это вы обзываетесь? Кто обзывается? Ну, сам так называется, слышали? Сейчас я тебя забаню, сейчас я тебя забаню. За что? Да не надо, не, ну только не бан. Не, ну нормально же общались, какой бан еще, вы что? Все, тогда веди себя нормально. Не, так я себя вроде нормально веду, не? Конечно, нет. Ну как, неадекватный я, да? Да. Хорошо, смотрите, кое-что вопросик к вам, как разработчику, а новый пас ждать или нет обновления? Ну, паса не будет. Будет пас новогодний. Знаешь, какой? Для тебя там будет фигушки. А для паса... Опа! Замочил лба у него. Да ты офигел, что ли? Я ж его просто забаню навсегда. Подождите, за что? За что? За что я хорошо играю? Я киберспортсмен. Я в тир-1 клане мира под названием Маслята. Может, вы не слышали, но они выиграли даже РЖ, если вы не знали. Поэтому, ну, вы тут посторонились с выражениями, понимаете, да? Не понимаю я ничего. А что будет, если я тебя выиграю, а? Что? А, ну, а что вы хотите? А что вы хотите? Что вы хотите? Ого, так вы, оказывается, тоже умеете играть. Ничего себе, вы жесткие типули. Ну давай так, если вы меня выиграете, я вам подарю киргол. Пойдет. Попадете в прокачки инвентаря ко мне, пойдет. Еще раз вот заскамлю. Пойдет. Ты что, офигел, что ли, бомжик Валера? Я бомжик Валера? Вас, ого, а как вы так играете? Я-то думал, вы нуб галимый, а оказывается, умеете играть, да? А какое у вас звание, я то я не посмотрел. Голд 2 и Голд 3, по-моему. Ой-ой-ой, не, у вас 2 Голд 3, ну ничего себе, я сразу вижу, играю с Голдом, а то привык с бронзами всякими играть. Смотрите, еще такой вопросик к вам, если вы, конечно, не против, а новые ножички будут в обновлении? Для тебя нет. Ну а вообще, они для меня просто будут? Да. Знаешь, какой нож? Точно будет нож с наклейками, понял? И статрековский. О-о-о, ха-ха, не, ну вот это я люблю. Так, ну что, где вы там, дорогой мой? До свидания, добрый вечер, диспетчер, домой. Да блин, чё ты, блин, делаешь? Лучше бы на Б остался, я бы тебя там убил. Не-не, все, вы проиграли, вы еще проигрываете. Я сейчас 4 раунда мочу, и вы отдаете мне обнову, понятно, да? Да. Тяра, ты где? Я в пункту. Чего? Это вы считаете нормально, да, что разработчик на бедного ютуба... Ой, на бедного человека так обзывается. Для меня это нормально, мне это не впервые. То есть вы все обзываете? Ну я нормально играю, в отличие от тебя, ты нубас какой-то, нуб галимый, понял? Где вы, небось, в фунту где-то, да? Да, иди. Опа! Минус голову! Ты офигел, что ли? Я сейчас тебя вообще забаню навсегда. Да не надо банить, за что? Я просто тебе спортсмен. Ну я сказал Маслятам, это жесткий клан, там один, тир-1 клан мира. Я взрослый, старше тебя точно. Ой. Тебе вообще сколько там лет? Ну, один год. Мне 12 лет. 12, а мне 35, понял, ботяра? А, не, ну я понял, не, ну сам 35 лет, вы извините, конечно, я со старшими говорю, только на вы и с уважением, сами понимаете. Да, понимаю, говори со мной на вы, а я с тобой на ты, понял. Хорошо, меня? хорошо, а как вас зовут, Меня зовут Егор. Егор, да? А по отчеству как? Что? По отчеству как вас зовут? По отчеству? Вы знаете, что это такое, отчество? Ну, а вам зачем это, вам зачем? Не, ну я же вас на вы буду называть, вы же сами сказали, на вы называть. Отчество вам мое не надо. Так как, с бабой бежали, вас пора наказать, не? Как? Нет, конечно, я же тебя накажу, ты что, банкот хочешь навсегда? Опа! А что такое? А что такое, что с лицом? Что с лицом, Егорушка? Лицо у меня целое, в отличие от тебя, понял? Да, понял, конечно, понял. Еще раз забудешь, да. Точно бан. Хорошо, 100%. Хорошо. Вы Егор Батькович, можно так вас называть? Да. Иди на Б, тупой. Мне кажется, вам надо маслину прописать. Какая еще маслина? Это я тебе маслину прописал. Все, понял. Не, ну так-то да, по факту. Ты знаешь что, ты какашка волосатая, понял? Ну что, Егор Батькович, вы готовы обновление скинуть, а? Нет, конечно, я сейчас тебя выгружу. Не, ну если проиграете... Домой!
ты чё, офигел? Да блин, сейчас обновление не скину, короче. Не-не, подожди, ну пожалуйста, скиньте обновление, мы же договорились, по-пацански. Ну, как мужики. Да, ну, мы же договорились. Хорошо, ладно, так уж и быть, смотри Дискорд. Ого, а вы реально что-то скинули? Ха, я не ожидал. Короче, ребята, только что Егор Батькович что-то скинул. Давайте-ка мы это установим. Надеюсь, это не вирус и все будет хорошо. Так, ну что ж, ребята, я закажу обновление 0.19.0. Почему-то тут написано 0.13.0. Это что за кидалово? Не удается подключиться к сети, попробуйте снова. Давайте же попробуем снова, так. Реклама, как обычно. Рекламку мы закрываем. Читаем. Мы обнаружили то, что вы пытаетесь зайти с подозрительного устройства. Пожалуйста, видите текст экрана, чтобы доказать, что вы не робот. Ну, конечно, я не робот, ребят, ну вы что? Введите цифру 1, так. Введите цифру 2 и введите цифру 3. Блин, какая-то странная проверка. Введите цифру 3 и... Мы вас развели! Чего? Этот тип скинул мне мою же программу, которую я сделал 2 года назад. Ребят, ссылочки на эту программку будут у меня в телеграм-канале, поэтому если хотите затроллить вашего друга, то переходите ко мне в телегу, там будут ссылочки на такую же самую программу, сможете кого-то зарофлить. И вот это вот, ребят, же команда Reaper, он мне просто не нужен. Я разыграю среди тех, кто подпишется прямо сейчас на мою телегу по ссылочке в описании. Также подпишитесь на мой YouTube-канал, прожмите лайк и напишите любой хороший комментарий. И чем больше комментариев, тем больше шанс. Ну что же, ребята, всех обнял, приподнялся, я был ваш Кентуха. Всем хорошего настроения. Всем добра, позитива, всем пока!